Снова я, Макс, и в сегодняшнем видео я буду рассказывать о вот этом лекале на парашют. Один из подписчиков, это Аллах Акбар в частности, ему привет, вот, и может быть кому-то действительно пригодится в дальнейшем, попросил меня указать размеры вот этого лекала универсального. Я в этом видео расскажу, как его сделать на примере бумажки в клеточку, а уже в дальнейшем его можно, когда уже нарисуете, можно перенести будет на любой там формат картона или вот пластика. В принципе, все размеры и как его сделать, как нарисовать, я покажу в дальнейшем видео. Вот переходим к размерам ее. Итак, вот я ложу лекало, да, свое. Сейчас я, наверное, его перенесу на листок, то есть обрисую и расскажу непосредственно о размерах. Так. Так, вот. Лекало. Значит, сворачиваю листок пополам. Получилось примерно одинаково. Значит, высота так получается отсюда до сюда 17,5 сантиметров, то есть высота 17,5. Низ этого лекала 11,5 сантиметров. 11,5 сантиметров. Значит, от этой точки до этой, это в клеточку, по клеточкам 6. То есть отсюда до сюда 6 сантиметров. Вот. Сразу говорю, значит, от этой точки до этой точки, ну то есть вот когда вы отмерили 11,5 вот этой вот, вверх 6,5 провели, то есть вот так, грубо говоря, черточку поставили, ровно между ними, между вот этой и этой точкой, две клеточки, то есть отступили одну клеточку, вторую клеточку, поставили здесь точку, соединили, как говорится, между собой. Вот вам будет уже сторона, вот вам будет сторона одна. Вот. То есть получается здесь 6, чуть-чуть оно у меня не ровно, тут даже не 6, а 5,8 где-то, потому что центр чуть не ровный, и здесь где-то 5,8, ну где-то в районе, да, будет. Вот. Потом, значит, между вот этой точкой, самой верхней, и вот этим краем, боком, да, так будет идти. Раз, два, три, четыре, пять. То есть 5 клеточек. То есть где-то вот раз, два, три, четыре, пять. Это 2,5 сантиметра. Тут вот отсюда. 2,5 сантиметра. То есть и до закругления. Закругление у нас где-то начинается, если 2,5, ну где-то в районе этой точки. То есть раз сюда, вот эту вот дугу, значит, от верхней точки до закругления у нас 7,5 сантиметров.
И до закругления от 2,5 сантиметров, то есть от этой точки до этой. Но это уже тут на глаз можно закруглить так спокойно, раз, взять вот так вот. Это уже тут форма, она не имеет значения. Ну, я уж беру до полных размеров, 1,5. То есть отсюда до сюда 1,5 сантиметра. Так, еще раз, если закроем вот эту половину, то есть свернем ее более напополам. Так, напополам смотрим, значит, вот так листок свернете, вот так листок свернете, да, отмерите отсюда до сюда 17,5, от верха до низа 17,5, две точки поставите, отсюда до сюда отмерите 5,8, то есть где-то 5,8, ну, в районе 6 даже, в районе 6, вот. Между низом и вот этой точкой ровно одна клеточка здесь, то есть на глаз сами начертите как надо, то есть вот так, значит, одну клеточку, вот. Потом проведете вот так вот полоску вверх и отступите две клеточки. То есть вверх 6 сантиметров вот до этой точки и вправо, или как там, по отношению к вам влево, отступите две клеточки, вот, и соедините эти две точки. То есть уже получается картина, вот, оп, и все. Потом отступите от верха до закругления, то есть от верха до сюда 2,5, вот, 2,5. У вас получится некая вот такая вот прямоугольник, вот так вот, если вниз вести, вот так прямоугольник, вот 2,5, от этой точки до этой 1,5, и на глаз закругляете сами, как вам удобно. Закруглили от этой до этой точки 7,5, отмеряете, проводите прямую линию. И получается последняя, конечная, то есть вот от этой точки и до этой точки, то есть вот где две клеточки было, на глаз сами отмерите, сколько вам необходимо. Весь сок и смысл всего вот этого вот, всего лекала, да, которое получается, не вот в этой кривой, не вот в этой кривой. Эта кривая, это чисто только для парашюта, для удобства для вашего в голове. Самый весь смысл, это вот с этого угла. Угол, то есть вот этот угол, он универсален тем, что вот именно когда вы соедините все эти 6 частей, то есть если будете резать вот по одному такому, то есть вот такие, такую одну, еще одну такую, потом сошьете ее, еще одну такую, еще одну 6, она будет универсальным тем, что она как бы под одну голову практически все это сделано, вот. Так что именно вам нужен вот этот вот угол. Ну, размеры есть. И потом вот так вот эту сторону вырезаете одну, раскрываете, и будет вам вот такое лекальце одинаковое, на, как говорится, целое одинаковое лекальце. В принципе, на этом все. Всем спасибо и пока.